Здравствуйте, меня зовут Руслан Хатит. На конференции по осложнениям я расскажу вам, что такое постимплантологический синдром, как бороться с осложнением. На основе моего 20-летнего опыта, проведенных анализов статистических исследований, я расскажу, как избежать осложнений, а также какие способы есть устранить возникшие осложнения, как обходить острые углы на высокой скорости. До встречи!